Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешных. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Kapitän. Wo ist der Kapitän? Ich verstehe. Ich verstehe. Тихо!
Wie lange? 20 Minuten. Die sind wertlos. Erschießen. Anlegen. Junge, weint ihr mir was aus? Zwei. Junge, weint ihr mir ja? Töt ihn. Sei ein Mann. Töt ihn, Mann! Sei ein Mann. Und du wirst leben. Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Тихон, ты где?
Батюшка, где отец Анатолий? Милый, спит он. Спит, батюшка, отец Анатолий. А мы ждем его давно, очень ждем. А что же он я спит? Я понимаю. Сколько дрыхнет. Можно ждать? Мы устали. Ну, что ж делать? Я ж не могу его будить. Подождите, сейчас выйдет. Подождите, подождите. Анатолием поговорить. Нашла, с кем разговаривать. Радио лучше слушай, и то толку больше будет. Че, горе что ли такое? Горе. Такое горе уж, такое горе. Ну ладно, не реви. Пойду спрошу. Может, соблаговолит. Хотя сегодня что-то не в духе он. Простите, а я долго не останусь. Бери, дура, чтобы я этого больше не видел. Извините. Благословением на убийство приехала. Вот тебе не благословение! Пожалуйста, батюшка миленький, спросите благословение на аборт у старца. В ад собралась. И меня с собой затащить хочешь. Замуж не возьмет. Кому я с детем-то нужна? А тебя и так никто не возьмет. Вон, на роду написано. Здесь ребеночек будет. Утешение. Всю жизнь себя проклинать будешь. Что дитя-то невинное убило. А вы-то откуда знаете? Вы же не старец. А может, я сам-то человека убил. Ну ладно, вставай с колен. На коленях Богу молиться надо, чего передо мной-то стоять. Мальчик-то будет золотой. Кладчины с моего острова! Он не может! Блядь, блядь!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши. Помяни, Господи, душу усопшего, раба Твоего невинно убиенного воина Тихона. Прости ему вся согрешения, вольные и невольные. И даруй ему царствие и причастие вечных Твоих благих и Твои бесконечные и блаженные жизни и наслаждения. Миром Господу помолимся. В возлишнем мире спасение душ наших. Господу помолимся. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, не оставь меня, Боже. Боже, не оставь меня, помоги мне, Господи. Изведи из темницы душу мою, Господи. Господи, Боже, не оставь меня грешного. Господи, помилуй, Господи.
Помилуй меня, Боже, повелись милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие. Да и почему мы имя от беззакония моего, греха моего очисти себя. Так и беззаконие мое, я знаю, выехали с тобой, если мы тебе единому согрешим, глухавы, с тобой собрали. Я когда приведешься в основном всех, то... И паче снега убелился, слуху моему дася радости и веселье. Возрадуется кости смиренно, вот роти лица твои от грех моих. Вся беззаконие мое очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. И не отвержи меня от лица твоего, духа твоего святаго, не отыми от меня. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Ох ты. Отец Анатолий. Тебе кто-то ручку сажу вымазал. Ой, да кто же это? Это завистники, наверное. О, ну вытереть надо. Сейчас и минуту. Ага. И дай мне тоже руку чем-то вытереть. А нет ничего. Как нет? Я тебе ветошь на хозяйственные нужды отпускаю. Ну, нету, правда. Хочешь, зайди сам, посмотри. Ну, правда, у меня там
Сажа, грязь, угол. Ладно, ладно, тебе сколько не давай, все тебе мало. Да. Явился я тебе по поручению отца нашего, настоятеля Филарета. Ты благослови своего отца Филарета и живите с ним в мире. С преподобным преподобен будешь. Чего ты мне сейчас такое сказал, я не понял. Отец Филарет проявляет милость к тебе и призывает жить в его покоях, дабы поправить твое пошатнувшееся здоровье. А топить кто будет здесь? Ну, на это место уже поставлен послушник Никодим. Как же? Он же огня боится. Все мы боимся гиены огненной. Слушай, батюшка, отец его, благослови, я здесь останусь, а? Я здесь привык, все знаю, а то вон зима, снег, топить же надо. Да слышь, что я тебе говорю-то? Да. Отец Филарет милость к тебе проявляет. Слушай, ты ведь грамоте учился? Кто бы не учился, начальником не поставили бы. И священные книги читал? Читал, даже много наизусть помню. А вот я забыл, за что Каин брата своего Авеля убил. Ты все шутки шутишь? Да вон ручку лучше вытри. Спаси, Господи. Грязи тут бы развел. Шутник. Блакость-то какая. Вот Вещин, ты меня пугаешь. Где ты только так ходить бесшумно научился? А если хотите, подковки на бот себе сделаю, чтобы меня завсегда издали слышно было. Я тебе сделаю. Это монастырь, а не конюшня. А если все себе подковы наделают, это какое что потом начнется? Как на ипподроме. А я потом... Ставки на вас делай, да? Что опять стряслось? Осмелюсь доложить. Отец Анатолий. Опять отец Анатолий? Что он еще натворил? Вот здесь все написано. Ну что ты мне свои каракули суешь? Чем они в горкоме? Если есть что сказать, говори. И чтобы я этого больше не видел. Вот что, от чистого сердца невозможно больше терпеть. Первое. Лица и рук своих Анатолий никогда не моет. Второе. На службу всегда опаздывает. Третье. Постоянно к нему народ с материка приезжает. Ну, не монастырь, это проходной двор какой-то получается. А вчера явился в храм, на одной ноге валенок, на другой носок. И запел гнусным голосом. Отче, братья, ропщут. А в высокоторжественные дни, хотя и участвует в богослужении, но не выходит на молебны, а разоблачает, уходит из церкви, за что был неоднократно лишаем трапезы. Ой, ну ладно, хватит, у меня уже голова от тебя кругом. А у меня еще. Где он сейчас? Где ему быть? Вон, в котельне, с мирянами, чай пьет. Сахар.
позвать? Да не надо, я сам к нему схожу. Да, а ты передал ему просьбу, чтобы он оставил послушание в котельне и перебрался жить ко мне в келью? Передал. И чего? Он меня спросил, знаю ли я, за что Каина Авеля убил. И за что? Ну, вы меня совсем хотите обидеть. Ладно, ладно, прости меня, нет, грешного. Ступай, я с ним сам разберусь. Это ж я искренне, только от чистого сердца. Иди, мой хороший, иди. Прости меня. Матерь Божья, Пресвятая Богородица, прости меня грешного, спаси и сохрани. Дай мне и братьям моим здоровье и силы. Пусть день будет радостным и безгрешным. Прости меня, Пресвятая Богородица. И помножь всех чудо твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче ум имя от беззакония мое. Сердце чисто созиждь во мне, Боже, и дух прав. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде ушедшим в вере и надежде воскресения отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, а кого истину блажит, и тебя, Богородица, преснаблаженная, пренепорочная, Матерь Бога нашего. Батюшка! Батюшка, вот все домашнее. Помолитесь за мужа моего покойного, безвинно убиенного во время Великой Отечественной войны. Садись, батюшка, чаю попьем. Садись. Ну, рассказывай. Часто он мне во сне являться стал. И что говорит? Ничего не говорит. Стонет и стонет. Видно, плохо ему там. Сильно любил его? Так я и сейчас его люблю. Мы прожили-то всего с ним полгодочка. А потом его забрали. И вот уж я, как есть, 30 лет вдова. Ну ладно. Ради такой любви не грех и попросить. Пойду к отцу Анатолию. Попробую. Человек он хоть и не святой, а начитанный. Может, какой-нибудь совет дельный даст. Пойди-ка сюда. Я с ним пока разговаривать-то буду. Дверь открою, а ты вот здесь встань и все услышишь. Только тихо стой. Как звать-то его? Михаил. Как? Михаил! Все. Батюшка, отец Анатолий, вдова тут пришла, просит помолиться за упокой убиенного воина Михаила.
Нечего поживым-то за упокойную службу заказывать. Как же? Она, говорит он, в 44-м голову свою сложил на поле брани. Ничего он не сложил. В плен он попал. Во Франции после победы на поселение остался. Ой. Сейчас вот болеет. Хочет повидать жену свою первую, ой, любимую, перед смертью. Ну, нечего. Нечего тут. Иди. Ну, все слышала. По живым, говорит, за упокойную не служим. Жив твой муж. Сейчас болеет. Во Францию тебе надо ехать. Болящего перед смертью утешить и своей рукой глаза ему закрыть. Ну, что смотришь? Исполняй. Как же ты, батюшка? Я и во Францию. А что? И во Франции люди живут. Да как же, батюшка? Это ж кап-страна. Меня же не выпустят. Не сомневайся. Если отец Анатолий сказал, выпустят, значит, выпустят. Да как же, батюшка? Да у меня ж дом, корова, хозяйство. Хряка колоть надо. Все продать. Подчистую. Все? Все подчистую. Слышь, продашь, не пожалеешь. За твоего хряка, я слышал, хорошие деньги дадут. Славный хряк. Ты знаешь, как бы я мясо ел, я бы тебя его сам бы купил. Правда? Вы, батюшка, издеваетесь надо мной. Ты мужа своего любишь? Ну вот и исполняй предначертанное. Слушай, не мучай ты меня. Уезжай, а? Я так слаб душою, телом так же слаб, и страстей греховных я преступный раб. Братец, ну что ж ты подпорку-то повыше поставить не можешь, что ли? Белье на земле лежит. Так, Никодим, ты ко мне на склад зайди, там у меня ящики стоят. Так, а чего у вас так мало сегодня? А ты чем здесь занимаешься? Царю Небесному прошение хочу послать, чтобы еще одну зиму пережить. А то, братья, тяжело-то в мерзлоземе могилу долбить. А, слава богу, шутить начал, а то я думал, ты того. Видишь, поплыл. Поплыл. Помолись за меня, отец Анатолий. Это тебе впору за меня молиться. У меня грехов-то втрое больше твоего. Чего ты такое говоришь-то? Да ведь ты меня не любишь, отец Иов. Филарет, тот любит. А ты ради него стараешься.
А за что тебя любить-то? Ты мимо моей кельи без шуток не ходишь. То ручку намажешь, то всякую дрянь подбрасываешь. Или, может быть, ты думаешь, я без твоих намеков о грехах своих не знаю, а? Ладно. Забудем, брат. Прости ты меня грешного. Прости. Да я сам. Ну, хорошо, хорошо. Дай на ручки возьму тебе. Не надо, я сам. Вот тут осторожненько. Не надо, я сам. Хорошо, хорошо. Осторожно. Осторожно, мне ножка. Он с крыши сарая упал и сломал себе ногу. У него теперь бедро гниет. Уже 4 операции делали, ничего не помогает. Мы по всем профессорам ходили, по хирургам. Мама, не... мама, не жалко. Дарка, сейчас, подожди, сейчас дяденька, она поможет, подожди. Не... По хирургам ходили, по врачам ходили, никто помочь не может, а у него бедро гниет. Да ты садись, устал, наверное. Садись. Ой. Как мальчик-то зовут? Ванечка. Давай мы сейчас тебе поможем. Давай. И поедем домой. Так. Костыли давай пока уберем. Танька, я чурбачок подвезу. Вставай, вставай. Вот так. Ничего. Чурбачок его ставь. Ой. Не бойся. Уже... Не бойся, ставь. Не будет больно. Подержим. Угу. Так. Вот так. Ванечка. Я сейчас буду Богу молиться. И ты тоже, Боженька, проси. Прошу, своими прошу. Словами, как умеешь. Прошу, чтобы ножка прошла. Он добрый. Поможет. Должен помочь мне. Ты должен. Вот ты, моя родная. Давай. Смирненько только стой. Thank you.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде сый вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю прийди, и вселись обны и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Проси, проси, Боженьку, проси, помоги мне, помоги. Помоги мне, пожалуйста, чтобы... Чтоб ножка никогда не болела и зажила. Владыко, Вседержителю, святый царю, наказуй и не умерщвляй, утверждая неспадающий, возводяя незверженный, телесные человека в скорби исправляй. Молимся тебе, Боже наш, раба твоего Иоанна, небочтвующий, посети милостью твоею, прости ему всякое согрешение, вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную силу твою с небесе не спасли, прикоснись от телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся. Буди врач раба твоего Иоанна, воздвигни его от ребра болезненного и от ложа ослабления целое и все совершенное. Даруй его церкви твоей, благоугождающей и творящей волю твою. Твое бы есть, еже милость тебе и спасательный Боже наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Господи, помоги Ванечке, бедному. Исцели ножку ему. Господи, всемогущий Господи, помоги нам немощным. Слава тебе, Боже! Верую, Господи, помоги. Ну вот, Ванюша, теперь все будет хорошо. А теперь давай попробуй-ка сам, а? Давай. Немножко ему нельзя. Ничего, ничего. Больно. Не волнуйся. Сам, попробуй. Осторожно. Ну погоди. Теперь сам пошел. Молодец. Да. Ванюша, а вот костылики теперь тебе больше не понадобятся. Да. Ты про них забудь. Иди ко мне сюда. Иди, мое солнышко. Ты мой мальчик. Ты мой золотой. Ну, тогда мы пойдем. Спасибо. Куда пойдем? Вам надо в монастыре остаться переночевать, потому что мы завтра с отцом Филаретом мальчика твоего в храме причастим. Хромать больше не будет никогда. Я не могу остаться. Мне на работу надо. Да что я тут с вами? В игры играю? У меня билет на поезд. И тебе что же? Сын родной дороже? Да. Или работа? Мне на работу тоже надо. Уйди. Уйди ты за глаз моих. Уйди, уйди. Уйди. Что это делаете-то?
Ну-ка, малец, сиди сюда. Ну что же это задумали-то? Себя не жалеешь? Ребенка пожалей. Калекой ведь останется. Оставьте! О, дреха! Оставьте его! Оставьте! Вы что делаете? Отдай, Ваня! Ваня! Пойдем. Пойдем, Ваня. Не боись. Оставьте его, Ванечка! Не боись. Ваня! Вот так. Меня с работы выгонят. Любишь свою работу? Я люблю свою работу, я очень люблю. Вы понимаете, мы проект задаем, и у нас полКБ на работе ночует. Да у вас там трубу прорвало, всех кипятком залило, и на 3 дня за свой счет всех и отпустили. Так что не переживай. Ну вот же вы знаете, то зачем вы врете? Я не вру. Вот когда узнаешь, тогда поздно будет. Поезжай, поезжай, мать, не для тебя. Отец Анатолий опять скандал учинил. Слушай, это, возьми мальчика. А устрой его на ночлег. А завтра отец Филарет будет служить, так мы его почистим. Все. Так, а мальчик чей? Устал я. Ну, что нам теперь делать-то? Ваш ребенок. Да. Куда нам теперь идти? Ой, Господи. Ну, что мне с вами делать? Пошли. Совет нечестивых и на пути грешных не ста, на седалище губителей не сидя, но в законе Господнем боли его, и закону его поучиться день и ночь, и будет, яко древо насажденное у исходящих вод, а щеплод свой даст во время свое, лист его не отпадет, и вся нелегаще творит успеет. Не так он нечестивый, не так он, яко прах. Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не возникнут нечестивые на суд, ниже грешницы в совет праведных, яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Ты что там делаешь? Тебя дожидаюсь. А почему ты в меня головней кидаешься? Ну, случайно. Из рук вырвалось, смотрю, а тут ты идешь. Ну. Понятно. Ничего тебе не понятно. Ну, давай слезай вниз. Не хочу, мне и здесь хорошо. На тебя пошли жалобы. Сильнее его сташа на мя, и крепцы взыскаша душу мою.
И что же мне прикажешь делать с тобой, проказник? Дивны дела твои, Господи. А ведь говорят, ты разводишь суеверия и соблазняешь братью и народ. Избави меня от клеветы человеческие. Да ты не избавляйся, а рассуди, брат. Мне ведь как начальнику твоему требуется тебя наказать. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь? Ну, смотри у меня. Я рассчитаюсь с тобой, проказник. В Господе мзда моя и утешение мое у Вышнего. Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, на моем пути. Я так слаб душою, телом так же слаб, и страстей греховных я преступный раб. Сего никто не ведает, только мой един Бог. Помнишь, главню мне под ноги бросил? Я ведь не забыл. Многие скорби праведным, отец Филарет. Что ж ты прямо не сказал? А главнями в меня швыряться начал. А я человек простой, мне твои знаки непонятны. Если злословят вас за имя Христово, Дух Божий почует на вас. Не увиливай, отвечай. Я все-таки твой начальник. Блаженны вы, когда будут гнать и поносить вас и всячески неправедно злословить за имя мое. Ой, замолчи, замолчи, замолчи! Да не зайдет солнце в гневе вашем. Вашими молитвами, отец Филарет, потушили пожар. Ой, келий ваш немного погорел, но хоть курочку спасли. А я посмотрел, ну, там убытки большие. Раскудахтались, как курица. Вы, отец Иов, не у себя в конторе, а в храме Божьем. И нечего тут дела мирские обсуждать. Храм молитву любит. Прости меня, брат Лёх, погорячился я. А это ваш тюлень Камбрусь виноват. Он керосин в лампу заливал, спичку зажег, обронил, да и полыхнул. Понятно, понятно. Ну, мы быстро отремонтировали. Единственное, что ударишь. Ой, Господи.
Вот что я скажу тебе, отец Анатолий. Никогда я об игуменстве не мечтал. Всю жизнь хотел жить в пустыне, может, отшельничество на себя принять. Пожар-то, это, думаю, знаком был, чтобы начал я подвижничество. Ты как считаешь? Я человек не ученый, я ничего не считаю. А я вот пришел к тебе, чтобы келью твою с тобой разделить, пока мою починит после пожара. Примешь? Ты настоятель, тебе и решат. А где ж ты спишь? А вот здесь. Здесь? На угле? Да, да, на угле прям, на угле. Хочешь, рядом ложись? Да? Рядом? Рядом. А вот и хорошо. Будем вместе спасаться, молиться. Ой, и мыслям предаваться о Боге. Ой, и вечной жизни. Только ты учти, я сосед-то беспокойный, меня кашель бьет. А по ночам, прям посреди ночи, так вдруг петь захочется, хоть криком кричи. Ничего это тебе. Я давно хотел тебя спросить. Ты почему-то, проказник, во время службы ведешь себя неподобающе. По уставу молиться-то надо. А если каждый по-своему начнет, это что ж тогда такое будет? Это так от церкви ничего и не останется. Отец-человек, какие у тебя хорошие сапоги. Нравится? Очень. Ой. Мягкие, наверное. Очень мягкие. Только в них и могу ходить. Владыка подарил по доброте душевной. Знаешь, у меня ноги-то больные. А одеял-то еще лучше. Это тоже Владыка? Нет, это я в Греции купил, когда с митрополитом на Афон ездил. Ну ладно. Давай спать. Что ты делаешь, отец Анатолий? Читаю книгу грехов человеческих. Сейчас дочитаю, в печку ее, и нет греха. Ты что ты творишь, окаянный? Собираюсь теперь вторую страницу читать. Какая же это страница? Когда эти сапоги мои? Другого нету. Все? Ты что, не знал, что на голенищах архиерейских сапог больше всего грехов-то умещается? Шут ты гороховый!
Чего у тебя заперто? Сейчас бесов гонять будем. Каких еще бесов? Как каких? Ты ж сюда не проклятый. Рот открой немедля! Сейчас, мать! Открой! Иди, отец, погоди! Эх, ты вот боится! Ты, мой сейчас! Валишь! Валишь! Ты смотри, куда забрался? Еще один, а? Сам ты бес! Эх, води! Вот они шарыли! Ты зачем вытяжку закрыл? Отец! Ты слышите меня? Слышите, мать! Воздух! Осталось немного! Иди, иди сюда! Вот, иди, ты можешь! Он отходит, а? Не возьми на мы! Эх ты, главного-то я! Если ты не забыл! Вот он попался! А там веселый-то, а? Ух ты, маленький, а! Возной такой, а! Ах, топить его! Топить! Вот тебе! Чего смотришь? Страшен я. Такой и есть. А я ведь, брат, на тебя и не сержусь. Я, брат, тебе, наоборот, благодарен. Да, благодарен, что избавил ты меня от всего лишнего наносного. А я ведь и правда... Привязан был и к этим сапогам, и одеялу, а ты меня от них избавил. Спасибо тебе. А главное, показал ты мне, что веры во мне мало. Я ведь по-настоящему испугался. Ой, уморит он меня в своей кочегарке. Ой, уморит. Смерти испугался, маловерный. Не готов, значит, я к встрече с Господом нашим. Испугался без покаяния перед смертью остаться. Добродетели во мне мало, а грехов много. Добродетели? Мои-то добродетели смердят перед Господом, воняют прямо, чувствую, как воняют. Ну, ты чувствуй, а через этого и спасешься. Одно не пойму, за что мне все это? Почему именно через меня Господь наставляет? Вроде за мои грехи удавить меня мало. А меня тут чуть не святым сделали. А какой я святой? Мира нет в душе.
Тихон Петрович, ты ж меня слышишь? Тихон, ты ж всю жизнь мою знаешь, ты ж видишь, как замучился я. Не могу я больше, ни жить нельзя, и умереть не могу. Братец, да ты ж моя надежда последняя. Ну, малодушный был. Ведь сколько лет нашу грех с собой ни на минуту не отпускает. Простил ведь ты меня. Помолись-ка Господу, чтобы снял он души моей тяжесть. Ложка стучит. Смотри. Да, стучит. Мы же едем. Чаю? Нет, я не хочу твоего чаю. Хорошо. Я хочу. А что это так на меня посмотрел потом? Я на тебя не смотрел. Нет, ты посмотрел. Пап, ты меня совсем не любишь, да? Так вот, чего ты взяла? Я тебя люблю, доченька. Я тебя люблю. Врешь, не любишь совсем меня. Зачем? Я запираюсь все время. Что? Что? Товарищ адмирал, я тут фрукты. Кто звал? А? Кто приехал? Виноват. Ты думаешь, я больная, да? Ну что ты, доченька? Ты устала, и тебе нужно хорошенько отдохнуть. А? А я больная. Очень больные. Аминь. Христос посреди нас. И сейчас и будет.
Ты зачем мне ладан из Смирна прислал? В среду хоронить будем. И кого же? Кому Бог присудил. Ой, Господи, что ты? Волны смерти омыли меня, и сети смертные окутали меня. Ты что? Ах ты. И вправду? Умереть хочешь? А я тебе гроб закажу. Хочешь дубовый, хочешь сосновый. Какой хочешь? Не надо ничего, готов гроб. И где же он? Да он на крыльце. Видал, ящик стоит. Ой, ты даже помереть-то по-человечески и то не можешь. Может, все-таки гроб закажешь, а? В ящике, батюшка, в ящике. Завещание мое такое. Аминь. Вот что ты за человек такой, а? Ты даже помереть мне за крутасов не можешь. Все люди, как люди, в гробах лежат. Даже почтенных охтинских старцев и те в гробах хоронили. А это ты посмотри, дайте ему ящик с канатами, а? Нет, ты понимаешь, что это гордыня, отец Анатолий. Гордыня это, пойми. Гордыня, понимаешь? Гордыня! Но ты ж меня любишь. Отец его. Правда? Любишь? Я тебя терпеть не могу, старый хрыч. А ты вот меня спрашиваешь, за что Каин Авеля убил. А я тебе скажу. Я ведь тоже хотел, как ты, людям помогать. Да не принимает моих жертв Господь. Да чего я с тобой разговариваю? Погоди. Когда умру, плакать будешь? Что с тобой? Ну что с тобой? Все развлекаешься, отец Анатолий? Собрался проказник.
Доложили уже? Жаль мне терять тебя. Я вот о чем подумал. Хочу постричь тебя в схиму. Это что ж? Жил земной жизнью, живот свой от правосудия спасал, а теперь от всего отречься? Нет, отец, даже не думай. И слышать не хочу. Ну вот о чем это ты? О чем? Грехи, грехи жгут, жгут, прям всю душу сожгли. Опять непонятками говоришь, брат. А нет того греха, который Господь не мог бы простить, потому что нет для него ничего невозможного. Ну хватит уже. Ты ж не одна приехала. Папа мой. Там. Как звать? Настя. Да не тебя. Отца твоего как звать? Тихон Петрович. А он у меня адмирал. Адмирал? Да. Это хорошо, что адмирал. Простите, она у меня больная. А сами что? Помочь? Позвать кого? Да нет, это у меня в душе ангелы поют. Извините, она у меня не в себе. Я ей врачам показывал, и в Москву возил. Ничего не помогает. Говорят, у вас здесь, в монастыре, старец есть. Если он не поможет, я не знаю, что и делать. Давно это с ней? С тех пор, как муж ее погиб. 4 года, 6 месяцев. Барится в море, подводником. Скажите, старец этот ваш, он сумасшедших лечит. Она не сумасшедшая. А что с тогда с ней? Бесноватая. Бес в ней сидит и мучает. Это уж совсем как-то дико звучит, мне извините. А вы откуда знаете? Я с ним лично знаком. С кем? Да с бесом этим. Настя! Дочка, ты где? Настя! Настенька! Идем, идем отсюда!
Ну, вылезай, приехали. Нет. А я не пойду с вами. Ну, надо. Надо, милая. Да нет, ну что вы, я устала. Поедите, а я тут посижу. Нет, я не пойду с вами. Не пойду. Какой вы гадкий человек. И остров ваш гадкий. Да я не пойду с вами. Надо. Нет, я не пойду. Что делать? Надо, да не бойся. Нет, я не пойду. Будет хорошо. Пойдем. Я не хочу. Ничего не делать. Нет, я не хочу. Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, да будет на все святая воля Твоя. Воскреснет Бог, да расточатся врази Его, да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголящих. Радуйся, пречестные, животворящие кресте Господень, прогоняй бесы, силою пропятого на Тебе Господа нашего Иисуса Христа, в ад сшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою госпожею, Деву и Богородицу и со всеми святыми во веки. Аминь. Yeah.
Вот так. Ну вот. Теперь все хорошо. Поплачь, поплачь. Ничего, поплачь. Спасибо вам. Извините, простите, я не знаю, как вас благодарить. Настеньку не узнать. Светится все. Да это нам надо Бога благодарить. Вы теперь зайдите в храм, там Настю надо исповедовать и причастить, тогда все будет хорошо. Вы сами-то исповедоваться не желаете? Что-то я вас не понимаю, извините. Идем, сейчас все объясню. Идем, идем. Да ты не бойся, адмирал. У меня же здесь не проверка, не первый отдел. Да я, собственно, никого не боюсь. Я свое отбоялся. Я действительно не понимаю, зачем я вам нужен? В 42-м в плен я попал. Пацан совсем. Немцы мне жизнь предложили в обмен, чтобы я своего товарища расстрелял. А где вы служили? Здесь и служил. На Северном флоте. И как того товарища звали? А, я не помню. Старше он меня был. Шкипер вроде. Буксир водил. Что ж ты меня не спрашиваешь? Расстрелял я его. Ну и расстрелял ты его? Расстрелял. И как мне с этим жить, я не знаю. Я не знаю. А зачем ты мне об этом рассказываешь? Да стар я. С такими грехами помирать страшно. Боюсь. Ты не бойся. Помирай спокойно, батюшка. Знал я того моряка. Живой он оказался. И тогда только руку ему прострелил. Взрыв случился, он за борт упал и за доску схватился. А на утро там его свои нашли. Прости ты меня. Прости за все, а? Давно простил. Я ж думал, что тебя и в живых нет.
Думал, ты тогда вместе с баржей там. Тихон, иди с миром. Господь с тобой. Спасибо, Господи, Боже. Добрая работа. Мы его сначала шкуркой, потом лаком сверху прошлись. Гарнитур. Хоть в гостиную вместо буфета ставь. А, нравится? Ну, что ж ты наделал? Мне же гроб нужен, а не буфет. Я для тебя стараюсь. Хотел как лучше, а тебе все не нравится. Ну, хочешь, давай я наждак принесу, эту в раз сдерем или этим углем твоим выможем. Ты мне скажи, что ты хочешь. Я все для тебя сделаю, отец Анатолий. Слушай, батюшка, отец Иов, прости ты меня, дурака старого, а? Ну и за сажу эту прости. И за Каина, и за буфет этот. Господь с ним. Ладно, ладно. Прости, Христа ради. Не будем старое вспоминать. И ты меня прости. Несправедлив я к тебе. И ты меня прости, Христа ради. Прости, отец. Ну и Бог простит. Да. Слава тебе, Господи. А вот, смотри. Давай, вот я угля возьму и вот, смотри. Смотри, как получается. Смотри, я сейчас в раз чистил эту всю. Смотри, как ты хочешь, смотри. Отец Анатолий, отец Анатолий. Отец Иов, помоги. Теперь пойди, скажи отцу Филарету, что раб Божий Анатолий представился. Да как же это? Отец Анатолий, а умирать-то не страшно? Умирать не страшно. Страшно будет перед Богом стоять. Грехи давят. А мне как же жить? Все грешники, живи как живешь. Только греха большого не сделай.
Ну ладно. Поговорили и хватит. Иди. Иди, милая, иди. Иди с Богом. Прими душу мою грешную.